Бобби! Наверняка все гики хотя бы раз слышали это слово. Но если нет, то Бобби — это городские защищенные рюкзаки от компании XD Design. На сегодняшний момент ассортимент насчитывает уже 4 основные линейки с различными модификациями, а еще 2 модели совсем скоро должны поступить в продажу. Как разобраться во всей этой вакханалии и какую модель выбрать конкретно для себя? Я, Иван Кудинов, попробую помочь вам в этом разобраться. Погнали! В интернете уже полно детальных обзоров каждого Бобби, поэтому повторяться я не буду и остановлюсь лишь на отличительных особенностях каждой линейки. Все Бобби сейчас можно условно разделить на 4 линейки. Urban, L, Biz и классическую. С нее и начнем. Именно ее вы себе представляете, когда слышите словосочетание «рюкзак Бобби». Но многие наверняка и не знают, что бывают они 3 размеров. Компакт, обычный Бобби и XL. Они предназначены для ноутбуков 13, 15 и 17 дюймов соответственно. Конечно, в них можно таскать не только ноутбуки, но так проще определять их размер. Кстати, в Бобби Компакт впритык влезает и 15-дюймовая модель, если речь идет о макбуках. Эти рюкзаки хоть и выглядят пухляшами, но внутри имеют достаточно плоскую конструкцию. Все для того, чтобы носить ваши гаджеты и документы. Тем не менее, можно вместить даже бутылку воды, особенно если не сильно нагружать рюкзак большим количеством других вещей. Бобби Компакт довольно сильно отличается от своих старших братьев, которые между собой разнятся только размером. Во-первых, тут есть дополнительный кармашек на нижней стороне, в котором находится защитный чехол, помогающий защитить рюкзак от дождя. Во-вторых, светоотражающая полоска имеет немного иной внешний вид. А в-третьих, и сам рюкзак предлагается в гораздо большем количестве цветов, в том числе и яркой зебровой или камуфляжной раскраски. От классической линейки перейдем к Бобби Биз. Что это такое? Вроде бы похоже на чемодан. Но нет, это рюкзак. Эта схожесть, кстати, играет на руку любителям более классического стиля, а также офисным работникам с жестким дресс-кодом. Стоит ее рассмотреть и в том случае, если вам нужен рюкзак компактнее, чем классический панцирь. Но если это рюкзак, то где лямки? По умолчанию они спрятаны в спинку, а крепятся нижними концами за карабины. Один из них, кстати, с кодовым замком, который можно использовать для запирания рюкзака. Следующим отличием Биза от простых Бобби стал жесткий пластиковый каркас по всему периметру изделия. Погнуть или порвать рюкзак будет серьезной проблемой. Напомню, классические модели защищены пластиком только с фронтальной стороны и торцов. Внутри нас ждет новый кармашек и более детальное описание отсеков внутреннего пространства, которое, к слову, размером занимает место где-то между Бобби Компакт и среднеразмерной моделью. 15-дюймовый ноутбук влезет без проблем. Наружный выход USB получил собственный карман, а незапираемые маленькие кармашки на лямках никуда не делись. Кроме того, эти самые лямки теперь обзавелись потайным металлическим тросом, за который можно пристегнуть рюкзак к чему-нибудь с помощью вышеупомянутого кодового замка. Теперь дело за Urban. Если кратко, это мешок. В нашей размерной шкале он занимает место 15-дюймового ноутбука, если вы собираетесь запереть его с помощью кодового замка. Да, как на Biz, только тут используется не карабин. В Urban можно запихнуть гораздо больше всего, чем в его соразмерных по ноутбучной шкале собратьев. Есть и ультравместительный режим, но для этого придется отказаться от защиты кодом. Вообще, эту модель круто использовать в путешествиях и походах по продуктовым магазинам. В такой мешок очень удобно складывать продукты. Проверено лично. Да-да, рюкзак за 10 косарей для похода пятерочку. Также Urban — это первый Бобби с внешними карманами для воды. В других моделях этого сильно не хватает. Кстати, тут тоже есть кармашек на лямке, и он не только закрывается, в отличие от других моделей, но и защищает ваши банковские карты и проездные от считывания. Стоит отметить, что есть 2 версии Urban — обычная и Light. В обычной заявлена непрорезаемая ткань, в Light же ткань обычная. За счет этого он и дешевле. Вообще не совсем понятно, зачем нужен рюкзак с кодовым замком, который можно разрезать даже обычным ножом. Поэтому, если беспокоитесь о безопасности, советую все-таки приобрести защищенную версию. Поговорим про Бобби L. Если честно, это первый рюкзак от Бобби, дизайн которого мне зашел. Жалко, что у него нет мужской модификации. Да, это исключительно женская компактная модель, в которую уже не поместишь ноутбук, но планшеты до 10 дюймов сюда влезут спокойно. А еще кучу мелочевки, благодаря россыпи кармашков внутри. Выполнен рюкзачок из кожзама в 6 разных цветах, а также в еще одной версии из синей ткани под джинсу.
Итого получаем 7 классных расцветок. А подробнее узнать про Боббель можно в отдельном обзоре на нашем канале от Ксюши, если нажать куда-то вот сюда. В начале видео я говорил, что к выпуску готовятся еще две модели. Речь идет про Pro и Tech. По сути, это прокачанные версии обычного классического Бобби, которые обзавелись кастомизацией внутреннего пространства, разъемами USB-C и еще несколькими плюшками в виде крепления для ключей или смартфона. Модель Tech от Pro отличается наличием солнечных батарей и беспроводной зарядкой. Подведем итог, какой же все-таки Бобби выбрать? Вам нужен городской рюкзак на каждый день? Обратите внимание на линейку классических моделей Бобби. Среди них можно найти нужный цвет и размер. А если немножко подождать, то можно обратить внимание и на обновленные Pro и Tech. В мировую продажу они должны поступить уже в июне. Предпочитаете строгий стиль или нужен удобный портфель на работу? Биз – ваш вариант. Вы путешественник, любите пикники или просто нужно максимально вместительное решение – выбирайте Urban. Для милых девушек в качестве сумочки на каждый день подойдет модель L. Какую бы модель вы ни выбрали, их объединяет одно – довольно надежная защита ваших личных вещей. Конечно же, купить все перечисленные модели вы можете в нашем интернет-магазине по ссылке в описании. Надеюсь, что помог вам определиться с выбором. До скорых встреч. Пока-пока. надо сказать. В интернете уже полно обзоров. Где Бобби? Кто это такое?